применял оружие по предупредительной стрельбу. Совершен навал и точки, которые сейчас находится. 4,56 и 0. И 0. 36, 38. 38. Время. 7,35. 7,35. Первый навал. Второй навал. Дайте, в каком был совершен навал и в точке, в которой вы сейчас находитесь. Первый навал 44,56 и 0. 38. Время. 7,35. Первый навал. Второй навал. 7,44. Больше не было навалов? Пока нет. Ваши шеф координаты? Значит, 44, 58 и 7, 34. Да, может быть, вчетвером летит на лунок, либо сначала одного, либо другого. А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный. Я никак не подхожу, уходит на борт, поворачивает и уходит. Надо, блядь, ебашить их, надо их заебашить. собой, что ли? Ну да. Вообще с лодкой попадет. Ну что тебе кто скажет, что с ним удобно? Чего, смотри, короче, сейчас... Дайте, в каком был совершен навал и в точке, в которой вы сейчас находитесь. Первый навал 44, 56 и 0. И 0. 36, 38. 38. Время? 7:35. Первый навал. Второй навал. 44, 56 и 6. Да. 36, 30 и 9. Время. Ваши 6 координаты. 44, 58 и 7, 34. Да может быть вчетвером летит на волок, ибо сначала одного ебанут, потом другого. А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин. И как я подхожу, уходит, набор поворачивает и уходит. Надо, блядь, ебашить их нахуй, надо их заебашить. Медведев уже в такой панике орёт, такое ощущение, что там президент такой контролирует всю душу. Ну, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Блядь, винторулевую куда-нибудь, что-нибудь им захуячить, блядь. Ты не пытался его ебать носом? Пытались, он не подпускает. С ответом пытался, вот пытаешься заливать, нет? Они у нас это, не фурычек. У нас столкновение цензуры. Сейчас развивать ход, догонять, они